Так. Короче. Вот это зеленое, это там ЛХМа кусочек. Назовем это так. Прорезь квадратная. Ну, не так. Короче, квадратная прорезь. С той стороны есть загибок. Вот он, отражение пальца появляется где. Это прорезь идет вот так, вот так. И вот, короче, чуть-чуть вверх, а потом загибок. Хотя в теории, как я видел, где резинки не такие, где просто квадратная резинка. Резинка вот так наклоняется, загибок с этой стороны. А тут загибок с той. То вообще, наверное, он не имеет значения, ну, этого отношения к тому, как это работает. Резинки вот такие. Вот. Вот эта сторона. Так, как там? Бля, какая-то... Ну, ладно, это я еще разберусь, какая сторона. Но, скорее всего, вот эта сторона идет в колодке. Хотя, может, и наоборот. Ладно, с этим разберусь. Неважно. В общем, резинки не квадратные, не полные. Это П-образная резинка. Это прорезь. Она вот там раздвигается. Вот такие они все четыре. Поршни. Поршни, вот они. Вот звук какой они издают. Это вообще не металл, их подавно. Они ничего не весят, эти поршни. Вот сейчас я даже для примера возьму вот это. Я, блядь, так, давно не пользовался этим барахлом. Hello Moto. Вот один поршень весит сколько? 2,5 грамма. Вот все 4. То есть алюминий по-любому столько бы не весил. 11 грамм 4 поршня. Добавляем 4 резинки. 13,7. Вот так. Сейчас покажу конструкцию поршней. Материал, короче, из которого они сделаны, напоминает мне, вот у меня есть авдеповский вентилятор. Вот эта часть черная, да, порошковая, блядь, пластмасса, жаропрочная. Вот эта хрень. Вот, вот эта вилка из нее сделана. Ее, короче, расплавить невозможно. Даже горелка 1200 градусов. Ну, можно подпортить, она там как-то, блядь, но она не плавится. Вот, мне кажется, это вот это и сделано. Так, это вот внутренняя сторона поршня. Короче, это внешняя. Вот внутренняя. Вот такие тут прямоугольные вот эти вот, они выпирают, торчульки, вот их видно. Потом, короче, с каждой стороны внутри, ну это, наверное, от фрезы или так сделано специально, есть пимпа, вот тут посередине. И с этой стороны, вот в этой закрутке тоже есть пимпа. Ну что-то там выпирает какая-то часть, не знаю, смысл какой в ней, ну тут вмятина большая вот. В общем, такие поршни. Вот этого больше не делают. В этих тормозах теперь алюминиевые поршни. Их сразу видно, они вот так блестят, торчат, там не крашеные во всех новых. А мне эти так нравятся. У меня никогда ничего не... И в помине, к кипениям, ну я не знаю, я такой хуйней не занимаюсь, чтобы там долбить по спускам. В общем, такие дела.